Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, у нас закончился турнир. Лига мастеров, 3 звезды, как ты видишь. И забираем свои наградушки. Сюрикены, Хан, 50 ДНК, золотые осколки и 75 платиновых осколков. Плюс здесь награды. Ну что, друзья мои, сегодня у нас понедельник. Всех, кстати, с праздником трудящих. Особенно тех, кто работает. Кто знает, что такое честный, добросовестный труд. Ну что же, начнем, наверное, с прохождения ежедневок. Пойдем пройдем серию испытаний. Кстати, да, у нас сегодня завершение на смятение из другого измерения. Так что погнали. Так, беру Леонардо, возьму, да иди ты в баню, вот этих двух. Побежали. Крэнк, как всегда, там потирает ладошки, предвкушает якобы победу над нами, но все будет ровно наоборот. Так что пускай даже не обольщается. Начнем, пожалуй, с нейтрализатора. Я немножечко, ребята, конечно, проспал, так сказать, самое начало буста. Буст у нас должен был начаться в 4 часа, по-моему, насколько я помню, на моих часах 5. Ну, киморнул я после работы, очень был уставшим, поэтому, ребят, извините, если сегодня мы, как говорится, попадем не в Лигу мастеров, это моя вина, но, извините, я не мог бороться с тем. Ну, требовал организм отдыха дополнительного. Фух, но зато как только проснулся, сразу же сел, даже не поел, хотя надо и в магазин идти, и дела еще сделать, но все-таки серию решил записать, а уже потом заняться делами. Потому что, может быть... Все-таки немножечко бустанемся. Так, давай хвостом. Так, что дальше? Дальше давай гранату бросим. Может, постепенно повесим. Угу, она его и убьет. Все шикарно сработано на Крэнк. Иди отсюда. Вылазит он изо всех сил. Там что-то посмотрел. И, как говорится, опять улетел. Ну что же, а мы завершаем это событие. Забираем колоду. Честно сказать, мне здесь абсолютно ничего не нужно. 100%. Поехали. В данный момент меня интересуют больше верхние награды. Ну и, наверное, вот предметы. Карточки уже как бы мне не нужны, если честно. Так, ну что мы тут видим? 14 телепортов, 32 доллара, 11780 мутагена. Ну и сам видишь, сколько здесь доп предметов. Собрать и сброситься, конечно же. Так, дальше мы идем на... Так, подожди секунду, на кого мы идем дальше? Мы идем дальше на Пиццелицева. И прокачиваем здесь вот улучшение, да? Да. До 4 ступени мы прокачиваем пиццу на обед. И дальше ищем 7 ножей для пиццы. Один есть. Так, второй нашли. Третий. Четвертый. Ну, четвертый, пятый. Шестой. И седьмой. Подожди-ка, а что нам еще надо? Ага, еще 11 стаканов. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять, все. Пока, ребят, 5 стаканов, этого будет достаточно. Забираем здесь награды. И поднять уровень персонажа. Это мы уже, наверное, сделаем, когда... Когда пройдем турнирную арену. Ребята, на этой неделе у нас разыгрывается Пит. Ну, что вам сказать. Всем любителям саппортов и хилов, наверное, рекомендую все-таки качать Пита. Потому что, как по мне, это один из, наверное, лучших персонажей на хил. Потому что у него есть еще и уклонение, он вешает. Да и не такой ватный он, как все остальные. Ну, как все остальные. Кирби тот же самый, ватник, например. Вот этот вот. Или та же самая Эйприл. В общем, как по мне, Пит крут. Ну что, а мы
начинаем, ребят, наши баталии. Погнали, начнем с масухи. Сразу укладываем их в баньки и двигаемся спокойненько к следующей битве. Естественно, начнется весь экшен, когда у нас будет 5 персонажей. А пока у нас 3, потом 4. Это особого нам преимущества здесь не дает. Так, я попробую выбить 11-12, что маловероятно, но все-таки я попытаюсь. Авось, как говорится, да повезет. Да, и мне везет, ребят. Ну что ж, прекрасно. Я просто хочу как можно быстрее выйти уже на максимальное количество персонажей и уже получать достаточное количество кубков, соответственно, благодаря этому быстренько подниматься на турнирной арене. Так, сюрикены запускаем. Прекрасно. Ну, Микеланджело, как всегда, в своем репертуаре очень хорошо прописал врагам. Так, а уже у нас воин 3 звезды, 85-я позиция. И я вижу 12-13. Сразу же дают. Даже без всяких поисков, без всяких упрашиваний. А вот, ребята, и Пит, который прокачивается на этой неделе. Давай-ка мы, наверное, запретим им хиляться. Да и вообще запретим им жить, если на то пошло. Все, вроде бы пока нормально идем. Перейдем, да. В элиту одна звезда. Мы перескочили, 87 место. Так, 12-13 было. Что нам надо? Нам нужно, наверное, 13-14. Но вот сможем ли мы получить это? Вряд ли. Ну да, 12-13 это... Вот, все-таки дали мне, ребята, 12-14. Бойцов, как мы видим, по-прежнему еще четверо. На максимальное количество не вышли, но это вопрос времени. Так, с этими надо... Давай, наверное, Кирби в первую очередь. Ой, Кирби, Бакстера уберем. Плюс массовая атака от Рафаэля. И добивка. Все, уже головный как лежал, так, ребята, и лежит. Он даже голову не успел приподнять, как мы его накумарили. Но здесь ты видишь сам, мы не перешли в элиту 2 звезды. А это плохо. Это плохо, соответственно, мы с тобой не получим пока повышение по рангу. И бойцов до сих пор будет четверо. Так, Пит опять здесь. Что-то он зачастил во вражеских командах. Да, упал. Минус Майки. Минус Бакстер. И минус Острозуб. Довольно легко разбираем их. Даже, как говорится, не морщимся. Ну вот уже и элита 2 звезды. 48 ранг. Прекрасно. 12-14. Пора бы уже, наверное, получить. Да, 13-15. Так оно и есть. Раз, два, три, четыре. И, кстати, у нас фулл команда. 5 персонажей. В принципе, чего я и добивался. Давай, наверное, Палео дадим жару. Ай-яй-яй. Пробития брони не было. А ну-ка, Лео, жги. Ну, неплохо. Так, ушатал. И последнего. Нахлобучили. Пока все идеально. Шпарим дальше. Переходим в элиту 3 звезды. Позиция у нас будет 67-я. Так, 13-15. Конечно, попробую сейчас 13-16 получить. Хотелось бы, но что-то подсказывает, что не дадут они мне. Для них это слишком кучеряво, если дать сейчас Рею 13-16. А для меня это было бы, конечно, очень хорошо. Прям прекрасно, но нет. Не хотят, друзья, они давать мне. Немножко, конечно... Оу, я выбил все-таки, ребят, 13-16 выбил. Найс. Но уже в следующем, наверное, 14-17 нам не видать. Хотя, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, верно? Давай, наверное, массовую сделаем. Угу, кто-то там отдуплился.
По-моему, еще сейчас парочка упадет. И дымивка. Ну что, прекрасно идем. Очень прекрасно. Я бы не сказал, конечно, что у нас супер-пупер буст в данный момент. Но, тем не менее, в самураях мы уже находимся. И 95-я позиция. Так, 13-16 есть. Но мне хотелось бы, конечно, получить что-нибудь 14-17 наподобие того. И мы получаем, друзья мои. И мы получаем. Прикинь. Слушай, мы с тобой, кажется, немножечко опережаем события. Но это все справедливо, на самом деле. У них 39-я позиция, 39-е место у всех. Они 39-й уровень имеют. Так, бросай, наверное, бомбочку туда. Для затравочки. Ага, добьешь? Замечательно, красавчик. Пробил все-таки этих супостатов, и мы продвигаемся. Так, сейчас будет где-то 40-й, да? Воу-воу-воу, 18-е, шикарно. 14-17, ну вряд ли, конечно, уже мы тут... Да, ребят, вряд ли мы получим 15-18, поэтому я соглашаюсь на их условия. А условия у них простые. Не перешел на следующий ранг, будь добр драться с прежним, как говорится, уровнем бойцов. Ладно, мне в принципе все равно. Главное до Лиги Сёгунов дойти. Желательно бы, конечно, какая там 3 звезды, но что-то мне подсказывает, сегодня этого не получится. Хотя начали вроде бы лихо. Ну что, идеальная победа. Так, и у нас уже самураи 2 звезды. 72-я позиция, то есть, скорее всего, мы сейчас опять не перейдем, ребят. Опа, 14-18 выудили. Уровень у наших противников, как ты видишь, 43-й. Мы идем 57-м. Поехали, вызываем дурачков из другого измерения. Так, вот они падают. Ну, давай, наверное, так попробуем. Кунаичи, жги. Прекрасно, и остается только лишь Майки, который решил с себя снять дебафы, которых и так не было. Все, хана ему. Ну и прекрасно, двигаемся дальше. И попадаем мы на какое место? 19-е. Но я, в принципе, не удивлен, что мы не перешли. Я этому не удивлен. 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. То есть сейчас мы перейдем в Лигу Самураев 3 звезды. Так получается? После этого поединка Самураев 3 звезды, потом уже пойдут Сёгуны. Лига Сёгунов у нас. Так, подожди секундочку. Ну, противник уже, сам видишь, не так просто его уничтожить. Ой-ой-ой, зачем ты хил-то делаешь? Ёк-макарёк. Ну, началось. Ай. Сейчас каждый из этих супостатов будет ходить. Блин. Нам что-то надо делать. Да ты запарил, он еще защиту ставит. Так, ну, во-первых, хильнёмся, потому что от мухи толку все равно здесь по боевке нету. Блин, ты посмотри, он поставил защиту всем. Так, минус Рокстеди. Так, минус Эйприл. Пробьем, интересно, мы или нет. Хорош, Донни готов. А если мы заморозим его? Да. Заморозочка что-то не сработала. Ну что же, выпускаем Они. Ух, как мало ты отнимаешь здоровья. Так, кулачком, плюс крючком и пробивной. Удар таким кулачищем по башке сверху вниз, это, ребята, очень больно. Ну что же, а вот и самураи 3 звезды. 69-я позиция. Так, 14-18, а дадите, может быть, все-таки...
Да, 15-19 я заработал. Раз, два, три. А, у нас уже все, друзья мои. Мы вышли с вами на 70 уровни. Вышли на 70-й. Слушай, ну, я тебе скажу, что буст... Неужели так разница в один час, ребят, так сказывается на бусте, а? То есть до Лиги Сёгунов... Одна звезда, мы дойдем, наверное, я надеюсь. Ну да, вот Лига Сёгунов, две звезды уже под вопросом. Так, посмотрим. 15-19 есть... Раз, два, три, четыре, пять. У них 52-й ранг. Или уровень, можно так назвать. Паутинку от паукуса. Майки, не надо дурковать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Крысы, давайте уничтожайте их всех. Шикарно. Шикардос, я так сказал. Так, ну что, вот они, ребята. Лига Сёгунов, одна звезда. 75-я позиция, что говорит о том, что нам придется два поединка сыграть. И хотелось бы получить, наверное, 15-20. Вот получим ли мы? Скорее всего, вряд ли. Хотя, почему? Если долго мучиться, что-нибудь получится. Поехали. В общем, максимум, по-моему, у нас сегодня будет Сёгуну две звезды. На большее, конечно, рассчитывать уже, видимо, не стоит. Потому что и персонажа у нас, как говорится, уже мало не хватает. И боевка у нас как бы затянулась. Давай ракетами. Так, сейчас... Ну что, мы сейчас не перейдем в следующий ранг, само собой. Сейчас где-нибудь там 20-е, 30-е будет. И вот только после этого поединка мы сможем перейти. Но тут у нас, сам видишь, шапочный разбор идет. Это еще сколько? Получается где-то два поединка максимум. Ну, не считая вот этого. Давай, Рафаэль, жги. Молодец. Да, ну я не буду, я просто их разберу. У нас инициатива офигенная, так что каждый сделает по ходу и все. Как-то вот таким образом. Так, ну что, вот и Сёгун две звезды. 85-е место. Ну, уже пора бы на самом деле давать. Сколько там? 16-21 или 15-21? Ну давай, давай, давай. Не хочет, а? Ты посмотри, жук, супостат, не хочет мне продвигать. Ай, засранец. Да ты серьезно? Не хочет. Подлянки мне все-таки делает. Да? Да, 15-20, вот уперся рогом и все. Не туда и не сюда. Ладно, буржуй. Не осталось мне выбора. Раз, два, три. Четыре, пять. Эх, не осталось мне выбора. Ну, поехали. Что ж я могу сделать? Так, давайте мне массовую атаку. Чтобы с ними был разговор очень короткий. Короткий, быстрый и продуктивный, что самое главное. Так, 47-е место. И что, и сейчас не дадите? Нет, тут дали. 16-21. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, погнали наших вороных. Давай крутиться. И всех отправляем спатеньки. Ну что, последний заключительный поединок у нас. И посмотрим сейчас, на какое место мы приземлимся. Да, мы даже не перешли. Вот только сейчас на последнем поединке мы сможем перейти, ребят, с вами в Лигу Мастеров.
ой, в Лигу Сёгунов 3 звезды. И это максимум, что мы смогли сегодня выжить. Да и то 3 персонажа. Еще неизвестно, перейдем ли мы, кстати. Так, ну что, жгем маузеры. Достаточно будет одной плюшки от вас. Как-то так. Ну да, хватит. В общем, друзья мои, Лига Сёгунов 3 звезды. 90-я позиция, нам буквально не хватило. Сколько? 2? Даже 3, наверное, поединка, чтобы перейти на Лигу Мастеров. Но ничего страшного. В прошлой серии у нас все было великолепно. А тут, может быть, да, действительно, этот часок моей задержки, он, ребята, здесь и сказался. Так, ну что же, а мы прокачиваем наконец-то нашего Рафаэля на 100-й уровень. Прекрасно. Все. Теперь можно, как говорится, на какое-то время его забыть, потому что у нас теперь пиццелицей идет на прокачку. Так, не хватает мутагена, ничего страшного. Так, здесь забрали. Зайдем, наверное, в магазин. Так, тут нам ничего не надо. ДНК, ДНК надо набить. О, да, ребят, Супер Шреддер — это круто, так что обязательно фармите его, обязательно. А я, пожалуй, быстренько пробегусь. Раз, два, так, так. Все, поехали. Буду фармить именно на этом уровне жетоны себе. Давай, торнадо. А что я делаю-то? Какой торнадо, ё-моё. Пускай автобой. Пускай он их тут всех размолотит. Топотун. Удар. Еще удар. И последняя волна. На тебе. Все. Теперь дело за моим фармом. Фармим жетоны. Нам нужно где-то 300 с копейками, по-моему, там, да? Да нет, 300 нам нужно. Погнали. Ну, 300, конечно, мы не набьем. Но около дела будет. Так, это получается уже 500. Да, телепорты как вода, ребята, у нас просто сгорают со скоростью света. Так, это уже 600. Не забывай, 710 нужно для того, чтобы приобрести 3 ДНК на Роквелла, конечно же. Все. Кончилась, ребят, пицца, и не хватило нам буквально чуть-чуть. Ну, не пицца, а сыра. Чуть-чуть, буквально 5 этих. 5 сыра не хватило для того, чтобы сделать еще один ход и получить, как говорится, нам один жетон. Так, у нас есть пицца, поэтому давай-ка мы, наверное, ее потратим опять же на пиццелицево. И нужно нам 6 кружек донайти, так скажем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Последний, пожалуйста, мне. 6. Все. Прокачиваем, ребят, до 5-й ступени. Так, и остается нам... Ай-яй-яй-яй, не хватает. Не хватает нам немножечко. Ну что же, ничего страшного. Завтра все это докачаем. Ну что, друзья мои, а на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.